Всем привет! Под роликом с Соболевым вы написали много хороших комментариев, и я решил попробовать сделать еще один ролик со случайными товарами и сюжетом, который родит мое больное воображение. Название для такой рубрики также навеяно одним из комментаторов. И если вам интересно будет смотреть такие необычные подборки, пишите об этом в комментариях и всячески распространяйте и лайкайте это видео. Ссылки на все товары, участвующие в сюжете, я, конечно, оставлю в описании, может вам что-то приглянется. А теперь... Поехали! Дуэйн Джонсон – обычный деревенский парень и так же, как и все, любит поспать. И чтоб утренний свет не будил его, он использует ночную маску для сна. Но сегодня не тот день, когда ему удастся выспаться, и со стола на него уже свирепо уставился будильник, мерзко пиликая и напоминая, что его ждут великие дела. Дуэйн уже много лет ищет кольцо Дрейка, и вот он вышел на след какой-то дамочки, которая им, судя по всему, владеет. Поэтому он надевает свою цепь в виде змеи, приносящую ему удачу, обнимает на дорожку свою любимую подушку и отправляется в путь. Придя по адресу, его встречает шикарная девушка в белом платье и без лишних слов приглашает войти, но сначала надев тапки. Дуэйн опускает взгляд. Не-не-не, не туда опускает. На пол. Ага, вот так. Такое ощущение, что она купила их на Али. Подумал про себя Дуэйн и натянул их на свои хрупкие ножки. Пройдя в гостиную, ему сразу бросилась в глаза необычная подсвечница с уже горящими свечками, создающими романтическую атмосферу. Скала уже решил было отложить все свои дела на потом и немного протестировать новую знакомую, как вдруг заметил ее неподалеку, лузгающую семечки и смотрящую клип фейса, и желание как-то сразу улетучилось, и он решил напомнить, зачем пришел. Дама молча встала и, подойдя к чемоданчику и немного в нем покопавшись по локоть, засовывая туда руку, достала кошелек. Дуэйну показалось подозрительным такое совпадение, но он не стал придавать этому особого значения и просто дождался, когда она достанет то самое кольцо, которое он искал уже много лет по всему миру. «Как оно попало к вам?» – спросил Дуэйн. «Ох, это долгая история. Присаживайтесь поудобнее». Если вам понравилась такая наркомания, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. А также не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. У меня на этом все. Пока.